текущем году в Армавире было возбуждено более 60 уголовных дел по фактам коррупции. Одним из них стало дело в отношении участкового уполномоченного полиции, который попался на взятки. Участковый уполномоченный отдела МВД России по городу Армавиру получил взятку в размере 12 тысяч рублей от поднадзорного лица, в отношении которого шлял административный надзор за послабление данного надзора. 29-летний взяткодатель недавно освободился из мест лишения свободы. Таким людям на определенный период устанавливают ограничения, которые обязательно нужно соблюдать. Необходимо быть дома в вечернее и ночное время, регулярно являться в полицию для контроля. Надзор за соблюдением этих правил возлагают на участковых. Он должен был контролировать соблюдение поднадзорным условий административного надзора, однако, действуя из корыстной заинтересованности, вопреки требованиям закона, получил взятку и ослабил в отношении него контроль. Фактически не контролировал его. Поднадзорный мужчина хотел по ночам работать в такси, а ему было предписано находиться дома. За 12 тысяч рублей участковый закрыл на это глаза. В итоге он стал фигурантом уголовного дела по факту взятки, и суд вынес строгий приговор. Суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки, то есть 120 тысяч рублей, с лишением права занимать определенные должности в государственных и муниципальных органах. Приговор еще не вступил в законную силу. Влада Волошина, Евгений Холманский, служба информации телеканала 360 Армавир.